Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Недавно обещал выложить статью о том, как я зарабатываю 5000 рублей в день на арбитраже с помощью своего же мониторинга обменников exchangesumo.com, ссылка на который, кстати, будет в описании под видео. В своем телеграм-канале я опубликовал детальную статью, как именно я это делаю. Можно назвать это инструкцией. Ссылку на эту инструкцию вы тоже можете найти в описании под видео. И судя по тому, сколько людей мне написали на почту, это многие их заинтересовало, поэтому вот, пользуйтесь. А теперь видос, поехали. Сегодня я хочу ответить на очень важный вопрос, который волнует многих людей на данный момент. Только слепой человек не заметил, что биткоин сильно просел в цене, а именно на 80% по сравнению с максимумом в 2017 году, когда биткоин достигал почти 20 тысяч долларов. На самом деле, лично я все еще не верю, что биткоин находится на дне. Я думаю, что то, что мы видим сейчас, вероятно, является корректирующими движениями цены биткоина. Также я хочу заметить, что исходя из моих личных наблюдений, дно мы можем увидеть уже в этом году. Я не видел никаких признаков восходящего тренда в настоящее время, даже несмотря на то, что вроде бы с каждой новой просадкой нижние экстремумы находятся выше. На самом деле это может быть не более чем коррекцией для биткоина. Впрочем, свои 10% за месяц он отвоевал. Поздравим его с этим. Но вот интересный вопрос, с которым я хочу к вам обратиться. Что если биткоин все еще не достиг дна? Многие люди имеют иную точку зрения, которую им несложно аргументировать. Вот мы посмотрим на биткоин, увидим его падение на 70, 80, даже 90% и считаем, что это идеальное время, чтобы купить его. И кого вообще волнует, что биткоин может еще немного упасть? До 3000 или до 2000 долларов? На долгосроке это не сильно отобразится. Разве не так? Многие люди приводят аргумент, что возможно искать эту минимальную цену не имеет смысла, потому что упав на 90%, биткоин уже является ценным объектом. Биткоин настолько недооценен, что его дно не имеет никакого значения. Мы уже можем вкладываться и начинать собирать урожай на этом рынке. Согласен ли я с этим аргументом? Наверное, частично да. На самом деле, я думаю, что это достаточно хороший аргумент. Возможно, вы помните, что лет 8 назад, в 2011 году, цена на золото стала снижаться. С отметки в почти 2000 долларов цена рухнула ниже 1050. В течение нескольких лет золото потеряло почти половину своей рыночной стоимости. Но было ли неправильно покупать золото около 1050 долларов, не дожидаясь дна? Я так не думаю, потому что некоторые могут утверждать, что золото после этого падения оказалось еще более ценным ресурсом. В силу своей недооцененности как раз таки. Исходя из этого, я бы сказал, что есть два типа людей. Инвесторы и трейдеры. Да, звучит достаточно просто, но на самом деле все сложно. Вы можете быть похожими на трейдеров в том смысле, что вы ждете, пока сигналы не подтвердят ваши идеи. Например, какой-нибудь восходящий паттерн или нисходящая фигура. Я уверен, что трейдерам нравится ждать какого-то доказательства или какой-то фактической подсказки, чтобы подтвердить, что дно было достигнуто или начался восходящий тренд. Но есть и другие люди, действующие совершенно иначе. Это те люди, которых на самом деле не волнуют ни тенденции, ни импульсы, и даже сигналы их тоже в принципе не касаются. Я бы назвал их инвесторами, находящимися в поисках ценности. Проще говоря, эти товарищи занимаются стоимостным инвестированием, то есть ищут конкретно недооцененные, перепроданные и, скажем так, депрессивные активы, чья стоимость находится ниже балансовой. Эти парни могут даже не заботиться об анализах этих графиков. Они могут просто сказать следующее. Что-то так существенно упало, что теперь это что-то представляет ценность. В общем-то, стоимостное инвестирование – это покупка таких активов по цене ниже их внутренней стоимости. Короче, если вы нашли актив, чья истинная стоимость превышает рыночную, то я вас поздравляю, это золотая жила. Стоимостные инвесторы считают, что даже если на рынке нет существенного подтверждения дна, это все еще хорошее время для покупки, потому что цена настолько недооценена и угнетена, что в инвестиции нет ничего плохого. Но, ребята, я бы сказал, если вы собираетесь действовать по такой же логике, то по крайней мере убедитесь, что вы защищены. Убедитесь, что вы используете хотя бы стоп-лосс и правильно строите свой риск-менеджмент.
Итак, давайте мы перейдем к следующему графику и позвольте мне объяснить вам. Например, если кто-то хочет купить биткоин прямо сейчас, скажем, по цене около 4000 долларов, то ему нужно обязательно поставить стоп-лосс. Теперь, если цена упадет ниже предыдущих минимумов, то по крайней мере инвестор может быстро свести все риски и потери к минимуму. Ребята, моя точка зрения проста. Если вы стоимостный инвестор или торгуете по тренду, вы должны контролировать свои риски. Ставьте физический стоп-лосс или хотя бы ментальный, чтобы вы всегда могли выйти из позиции, при этом уменьшая свои риски. Одновременно с покупкой биткоина вы также можете открыть шорт-позицию, чтобы хеджироваться. Всегда работайте с хеджированием и всегда контролируйте свои риски. Это все на сегодня. Надеюсь, вы нашли для себя какую-то полезную информацию. Если это так, то поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, а также оставляйте свои комментарии. Это бесплатно. А меня зовут Богатейший Ди. Обязательно богатейте и скоро увидимся. Пока.